Привет всем! Мы решили сегодня прогуляться в мечеть Сулеймании. Самое сердце Хюремы Сулеймана. Я просто сниму для вас маленькую прогулочку по этим всем красивым местам. Вот, вот этот вот долгожданный вид я так хотела снова увидеть. Давно здесь не была. Все отдыхают. Обожаю этот вид. Люди иногда приходят именно ради этого вида вот сюда. Извините, у меня камера, конечно, не супер-пупер. Сулеймания. Вот это мавзолей Хюрем Султан. А это рядом похоронен Сулейман. Великолепный. Здесь уже люди перестали почти одевать маски. Я смотрю и вижу, что многие ходят без масок. И меня это удивляет, так как я, например, сейчас пока еще боюсь ходить полностью без маски. Хотя бы для приличия вот сюда вешаю. Но, видите, люди не особо придерживаются данного правила. И даже для приличия они перестали это делать. Повелитель. Труд, который ты вложил в строительство этой мечети, велик, Синанага. Подобно тому, как эта мечеть носит мое имя, она также является творением твоих рук. Ты вложил в эту мечеть свой труд, свое время и душу. Это твое право. Это большая честь, повелитель. Thank you.
Здесь обязательно одевайте платок при входе сюда. Если у вас нет с собой, вам выдают. Если вы слишком открыто одеты, то вам выдают специальный халат. Архитектор Синан так просчитал все, когда строил мечеть, и что даже самая тихая молитва будет слышаться каждому. Камера у меня не ахти, конечно. Которое достойно нашего повелителя, требуется время. Где он сейчас? Он не знает о вашем визите, повелитель. Я немедленно сообщу ему. Синанага, что такое? Теперь понятно, почему строительство тянется так долго. Простите за дерзость, но вы несправедливы к рабу своему Синану, государь. Моя цель — создать величественное творение. Я работаю усердно день и ночь. Кому мне верить, тебе или своим глазам? Да еще в священном месте уселся и шумишь. Нечестивец! Повелитель, я объясню все, если разрешите. С помощью этого я хочу определить, как отражается лучше всего звук внутри храма. Ну, звуковые волны. И тогда каждый правоверный услышит имама, даже если находится в дальнем углу храма, и даже тихая молитва вознесется под купол небес. Равномерно по всей мечети, во все стороны. Я разместил 256 пустых сосудов под главным куполом храма, повелитель. А стенки их смазал желтком. Сейчас я думаю о том, чтобы поместить наверху резервуар. Копоть от горящих свечей будет там собираться, и ни один узор, ни одна роспись не пострадает. А из копоти этой можно сделать замечательные чернила. А между лампадами я положил страусиные яйца для защиты от насекомых. Я наслышан о твоей скрупулезности. Но так продолжаться не может. Сколько еще надо тебе? Полгода? Год? Хорошо. Раз так, милостью Аллаха, я скоро закончу. Я не хочу расстраивать вас и гневить, мой повелитель. Люди здесь даже спят. На улице очень-очень жаркая погода. А внутри очень прохладно. Хорошо. Люди совершают намаз. Пока мы гуляли внутри мечети, мавзолей, где похоронен Сулейман, и Хюрем, к сожалению, закрыт. Блин, к большому сожалению. Жаль. Очень жаль. Когда мы пришли, ведь все было открыто. Надо было сразу зайти сюда. Они закрыты, да? Походу закрыты. Bugün? Çünkü geldiğimizde açıktı ya. Hemen girmedik ya şimdi. 7:30.
Шахич Мегирамейс. Тамамдар. Нет, вообще никак не зайти. До полседьмого. Да, очень. Сестра до полседьмого вечера работает. К большому сожалению, он сейчас не может открыть. К большому сожалению, не может нас пустить. Запрещено, говорит. Жаль. Сулейман. Благодарю Аллаха, что мои глаза не закрылись, прежде чем увидели это. Очень красиво. Что может быть прекраснее, чтобы заставлять тебя жить дальше? Отныне это мое сердце, Хюрем. Пройдут века, а мое сердце будет биться здесь. Могу ли я умолять тебя об одном? Исполни мою последнюю волю, Сулейман. Пускай меня похоронят здесь, в твоем сердце. Приятно. Мне сказали, что девушка, как вы хорошо разговариваете на турецком. Я говорю, ну, научились со временем. Тихо, тихо. А, к сожалению, закрыто. Очень жаль, блин. Наверное, может быть, если подруга моя, если не поленится, завтра тоже сюда придем и зайдем внутрь. Я понимаю, что многие были, и для многих зайти сюда, то есть многие видели. Но я все же сниму и выложу сюда. Да, кстати. Пока-пока всем. Спасибо, что вы просматриваете мои видео. Да, я снимаю их не очень часто. Выкладываю не очень часто, не бывает времени. Но сегодня вот мы выбрались. Подписывайтесь, кому интересно. Кому интересны мои редкие, ну, вроде хорошие видео. Пока-пока.